Закрывайте свои глаза. Сделайте глубокий вдох, а при выдохе мысленно назовите и представьте цифру 3. 3 раза. Чтобы помочь вам расслабиться, я буду направлять ваше внимание на отдельные части тела. Расслабьте ваше лицо, расслабьте лоб, глаза, мышцы челюсти и языка. Расслабьте шею. Расслабьте ваши плечи, руки и кисти рук. Расслабьте грудную клетку. Расслабьте ваш живот. Расслабьте бедра. Расслабьте колени. Расслабьте икры. Расслабьте стопы. Сделайте глубокий вдох. И на выдохе расслабьтесь еще больше. Сделайте еще один глубокий вдох и на выдохе мысленно назовите и представьте цифру 2, 3 раза. Это уровень психического расслабления, когда вас не отвлекают звуки, а наоборот, звуки только помогают вам расслабиться. Чтобы расслабиться психически, перенеситесь в любимое место отдыха. Место, где вы чувствуете себя спокойно, расслабленно. Наблюдайте за безмятежными и пассивными картинами, которые вы видите вокруг вас. Подключите все органы чувств. Позвольте всем мыслям протекать мимо вас. Сделайте еще один глубокий вдох, а при выдохе мысленно назовите и представьте цифру 1, 3 раза. Чтобы помочь вам перейти к более глубокому и здоровому уровню сознания, я буду вести обратный отсчет от 10 до 1.
По мере уменьшения цифр вы почувствуете, как погружаетесь глубже и проникаете на все более глубокий и здоровый уровень сознания. 10, 9. Почувствуйте, что проникаете глубже. 8, 7. Все глубже и глубже. 5, 4, 3. Еще глубже. 2, 1. Сейчас вы на более глубоком, более здоровом уровне сознания. Сейчас идеальное время для того, чтобы подумать о вашей цели. Подумайте о цели, которую вы очень хотите достичь. Представьте ее четко во всех деталях. Представляйте свою цель, как будто бы вы уже ее достигли. Это свершилось. Вы это сделали. Добавьте как можно больше красок этой картинки. Следующие вопросы. Почему достижение этой цели так важно для вас? Еще принесет пользу достижение этой цели? Как изменится ваша жизнь, когда вы достигнете эту цель? Как изменитесь лично вы, когда вы сможете достичь этой цели? Отметьте, как изменятся ваши мысли, слова, убеждения, поступки. Кто будет рядом с вами, когда это произойдет? Если в картине участвуют другие люди, представьте их тоже. Представьте, как ваша жизнь изменится к лучшему, когда вы достигнете вашей цели. А теперь войдите в этот образ и станьте с ним единым целым.
Прочувствуйте, каково это достигнуть этой цели. Подключите все органы чувств. Подключите эмоции, мысли, убеждения. Почувствуйте, как это приятно достигнуть этой цели. Представьте все преимущества, которые вам дает достижение этой цели. А теперь сложите вместе три пальца и мысленно скажите себе: каждый раз, когда у меня появится необходимость или желание так себя чувствовать, так думать или так поступать, все, что мне нужно будет сделать, это сложить вместе три пальца. И будет так. Теперь каждый раз, когда вы будете думать о своей цели, вспоминайте мысли, эмоции, чувства, соответствующие достижению этой цели. Позвольте вашему телу, мозгу и сознанию запомнить эти чувства. Через мгновение я сосчитаю от 1 до 5. На счет 5 вы откроете свои глаза. Вы будете чувствовать себя бодро и хорошо. Здоровье будет отличным. Самочувствие лучше, чем прежде. 1. 2. Медленно возвращайтесь туда, где вы находитесь. 3. На счет 5. Вы откроете глаза, будете чувствовать себя хорошо и бодро. Здоровье будет отличным, а самочувствие лучше, чем прежде. 4. 5. Глаза открыты. Настроение замечательное, самочувствие лучше, чем прежде.